Последнее время меня часто спрашивают, что происходит у тебя в жизни? То ты на мероприятии, то ты на фотосессии, то на каком-то обучении. Когда ты вообще все это успеваешь? Открою вам маленький секрет. Так было не всегда. Раньше я вообще ничего не успевала. И даже с меньшим количеством дел зашивалась, особенно когда работала в найме. Пока с работы придешь, нужно внимание уделить семье, детям, мужу. И работа по дому сама себя не сделает, так ведь? И я нашла выход. А выход был рядом. Еще работая главным бухгалтером, я познакомилась с сетевым маркетингом. Как бы ни ругательно это звучало для многих, но тем не менее, поверьте, это классно. Я потихоньку стала влюбляться в продукт, хотя поначалу тоже упиралась. Не хотела категорически, я и сетевой, вы что? Это где-то там, это не со мной. Но тем не менее, я попробовала продукт. Я стала его любить. И впоследствии полюбила и компанию, и процесс, и все, что с этим связано. И через 2 месяца мой доход стал в сетевом в 2 раза больше, чем у главного бухгалтера. Ну и что вы думаете? Я уволилась. Как это произошло? Я обо всем рассказываю на своем канале. Если тебе это интересно, заходи.